Прикипело, что ли? Бумага не сотрет. Вот да. Много чего. А сейчас сколько положено, печатать что будет? Вот так. На машинке печатали раньше. Да. Все печаталось на машинке. Как-то делать. Да, все на месторождение вынесено. Да. Здесь очень хорошо. Вот, обращение. Вот по потомкам обращения. Вот это она читала. Вот. Прочитайте. Обращение к будущим геологам 21 века. Мы, современники 23-го съезда КПСС, рождение космической эры первых мягких посадок земных аппаратов на Луну и Венеру, возведение Братской и Красноярской гидроэлектрической станции, освоение целинных земель, современники Даниловкина, Страхова, Шолохова, Шостаковича, Учетина, Гагарина, Королева, пришедшие в начале 50-х годов необжитые бескрайние кругайские степи, отдавшие свои силы и знания раскрытию тайны ее подземных кладов, подготовившие основу для индустриального развития степного края, давшие путевку в жизнь городам Рудного, Лисаковску, Аркалыку, Джетагоре, обращаемся к будущему поколению геологов. Мы были пионерами освоения природных богатств степей Северного Казахстана. Начинали работы в неосвоенных местах в тяжелые годы после второй дископочках. И мы надеемся последней в жизни человечества мировой войны. Не было геологических карт, жилья, не хватало оборудования, снаряжения. Нам помогала романтика, вера и лучшее будущее. В день 50-летия Великого Октября мы горды тем, что внесли свою скромную долю в подготовку материально-технической основы коммунистического общества, к которому стремились лучшие умы человечества. Коллектив нашего Северо-Кастанского геологического управления работает на территории трех областей – Кустанайской, Кочетавской и Северо-Кастанской, площадь которых составляет 318,3 тысяч квадратных километров. Около 60% всей территории покрыта государственной геологической съемкой масштаба 100 тысяч и 200 тысяч. И только около 12% занято в масштабе 50 тысяч.